15 и 16 июня в Тюмени состоятся соревнования по триатлону Iron Star. Их участниками станут более 2000 спортсменов. Велогонки и забеги стартуют от площади у конторы пароходства. Плыть триатлонистам предстоит по течению Туры в районе набережной. В Тюмени уже проводился чемпионат мира по зимнему плаванию в этой замечательной речке. Она не хуже, чем любая другая река в любом городе. На время соревнований движение по части улиц Тюмени будет ограничено. 0 часов будет перекрыта часть города. Велоэтап у нас пролегает в сторону аэропорта. Будет перекрыта одна часть дороги, а по второй части будет организовано реверсивное движение. И примерно откроется в районе 12 часа в субботу движение.